пасмурная погода, закрытый железнодорожный переезд. Все сложилось для многокилометровой пробки. Особенно рьяные водители, подвергая в первую очередь себя опасности, решаются выехать на обочину. Дорожного инспектора и нашу камеру как будто не замечают. Таких беспечных ездоков за два часа профилактического рейда набралось более десятка. Практически все водители понимают, из-за чего привлекли внимание полицейских. Правда, находятся и те, у кого своя точка зрения. Я по обочине не ехал. Я наоборот не пропускал спереди, Passat ехал. Вы что? Я специально еду, вот. Даже проехали, все машины не у кого спросить. Я все время еду в этом ряду, чтобы я... Если только обочину прикрываю, чтобы другие не ехали. Вы так сильно не переживайте. Инспекторы в очередной раз напоминают, правила едины для всех. За их несоблюдение нарушителя ждет административный штраф. Конкретно объезд пробки по обочине для водителя будет стоить 1500 рублей. Причину остановки знаете? Да. Движение по обочине. Водители нарушают правила дорожного движения, двигаясь по обочине, создавая аварийные ситуации. Народ становится раздражительный. Соответственно, одни не пропускают других. Отсюда аварийность. По времени составления протокола об административном правонарушении вряд ли ускорит проезд пробки. Объезжая затор по обочине, водители думают, что экономят время. На практике выходит все наоборот. А кроме того, такие маневры опасны. Рустам Агишев, телекомпания «Одинцова».